В этом коротком видеоуроке я бы хотел устранить некоторые недочеты, которые мы не заметили в прошлом видеоуроке. А именно, что было не замечено? То, что когда у нас отключен интернет, а сейчас он у нас отключен, то мы получаем ошибку. Давайте это проверим. Нажимаю кнопку «Добавить товар», вбиваю название, цену закупки, щелкаю в национальном покрытии, чтобы полезть за курсом в интернет, за курсом валюты. Количество 20, в принципе, не важно. Гарантия, поставщик, дата. Добавляем товар на склад и получаем ошибку. Не удается найти указанный ресурс. Ну, то есть мы не вошли в интернет и ничего не нашли. Щелкаю дебаг, чтобы посмотреть в отладчике, что же случилось. F8, то есть на этапе добавления товара, да? То есть заходим в процедуру. Так, это нам нужно пробежаться. F8. Тут это мы закрашиваем строку. Далее мы присваиваем значение. Далее здесь, получается, мы вызываем процедуру, которая лезет в интернет, да, функцию. Здесь мы шагаем. Вроде бы мы здесь ставим обработчик, да, при ошибке продолжить со следующей строки кода. Вот в этой функции, в нашей, в курс CB, в ней будет ошибка. Давайте смотреть дальше. Нажимаю F8. Тут пока ошибок нету. Нету. Здесь на ошибке продолжаем. Создаем объект. Далее. Смотрите, у нас есть вот такая вот строка кода. On error go to 0. Может быть, я вам в прошлом уроке не совсем верно сказал. Вообще, вот эта вот строка кода on error go to 0, то есть уйти в 0, да, а не на какую-то метку, она означает, что при ошибке не просто выйти, а она обозначает просто отключить обработчики, все предыдущие. То есть она обозначает, что мы отключаем предыдущий обработчик ошибок. А предыдущий обработчик ошибок нам говорил, ну то есть у нас был такой оператор, при ошибке продолжится следующей строки. И вот эта строка кода просто взяла и перечеркнула то, что вот здесь вот. И мы получим ошибку. Вот смотрите, нажимаю F8, пока ошибок никаких нету. Здесь вызов, здесь мы открываем объект созданный, но пока запрос не посылаем в интернет, да? Нажимаю F8, и вот на вот этой строке кода http.send, то есть вызывая метод send, он будет пытаться вот этот метод send пойти в интернет, который сейчас в данном случае отключен. Нажимаю F8, и у нас появилась ошибка. То есть никакой обработчик не обработал ее, потому что мы, получается, здесь вот его все обработчики отключили вот этой строкой кода. Хорошо, как нам это исправить? Нам нужно немножко подкорректировать нашу вот эту функцию получения курса валюты CB из интернета. Нажимаю End, и вместо вот этой строки кода я пишу следующее. При ошибке пойти в обработчик. Мы здесь напишем такую метку error handler, то есть уйти на обработчик error handler. А error handler мы его напишем внизу перед выходом из функции. Error handler, двоеточие. И что мы здесь напишем? Просто
курс УЦБ присвоить 0, чтобы у нас функция вернула 0. Если будет ошибка, связанная с подключением к интернету, либо с невозможностью получить курс валюты из интернета, какая-нибудь такая ошибка. И давайте очистим наш объект ошибок error.clear. Вызовем метод clear. И все. Здесь мы напишем, что это обработчик. В принципе, так понятно, да, что за обработчик ошибок получения курса валюты. Обработчик ошибок получения курса валюты. Но здесь такой нюанс сейчас, что если у нас код вдруг выполняется нормально, да, то есть у нас есть подключение к интернету, то после выполнения вот этой строки кода, после того, как мы ее выполним, то есть мы получим актуальный курс, мы пойдем к следующей строке кода. А следующей строкой кода будет Error Handler. И мы зайдем в Error Handler, получим курс CB0, то есть перезапишем его, а нам это не нужно. То есть при удачном стечении обстоятельств нам нужно будет просто сделать выход из функции. Exit function. Вот здесь вот сделаем exit function. Вот здесь вот так вот Enter поставлю. И получается, если при удачном стечении обстоятельств, то есть у нас получили курс валюты, мы просто перейдем от этой строки кода на exit function и выйдем из функции, вернув результат курса валюты. И все. Ну, если ошибка, то, конечно, попадем сюда. И также выйдем из функции. Давайте попробуем с ошибкой, да? Ну, то есть с выключенным интернетом, с вот этим нашим кодом. Я удалю вот эти две строки. Они нам не нужны. Добавляем товар. Пытаемся добавить. Без интернета также iPhone в национальном покрытии. Давайте я, кстати, обработчик-то поставлю. Обработчик вот здесь вот, да, поставлю на всякий случай, чтобы мы точно посмотрели, что происходит-то. iPhone, цена закупки 200. Нам нужно в национальном покрытии. В валюте не важно, пусть иены будут. Количество 20. Apple, дата, добавить товар на склад. И вот здесь у нас возникала ошибка, да? И она возникнет. Но предыдущая строка по ошибкам, она говорила, что перейти на Error Handler. Нажимаю F8. И действительно мы попали в обработчик ошибок, который просто присваивает 0 и очищает объект ошибок. F8, нажму F5. Все. Форма закрылась, мы получили 0. В принципе, то, что нам и нужно. Ошибки мы обрабатываем. Так, где наш сервисный модуль? Обработчик. Breakpoint я убрал. Сохраняемся. Все хорошо. Теперь... давайте я удалю вот эту строку. Нажму удалить товар. Хотите удалить товар по строке номер 7? Да, я хочу удалить товар по строке номер 7. И давайте я нажму сейчас кнопку добавить товар. Получаю ошибку. Эта ошибка у нас уже не связана никак с предыдущей ошибкой. Это ошибка другая. Ее сейчас тоже нужно будет исправить. Она, в принципе, простая. Смотрите, нажимаю кнопку «Debug». То есть после удаления товара я попытался добавить товар, да? И возникла ошибка. У нас пытается открыться форма, да, вот на этой строке кода. Нажимаю F8.
пытаемся проинициализировать. И вот смотрите, если row number равен 0, то тогда мы будем пытаться, ну, проинициализируем форму для добавления товара, да, как мы писали код. А иначе мы инициализируем форму для обновления товара. Так чему равен наш row number? А у нас row number for update равен 7. Видите? Сейчас я добавлю watch. Он так. Он у нас находится не здесь. Удаляю. На складе у нас row number находится. Это вот так. Я думаю, вы поняли, про что я. Вот, он равен 7. А почему он равен 7? По идее, он должен быть обнулен. Да потому что мы, когда удаляли товар, у нас вот эта глобальная переменная наша, row number, которая находится в коде объекта склад, она у нас проинициализировалась 7, потому что мы находились на 7 строке. То есть нам нужно, как мы и делали после добавления и после обновления, нам нужно очищать эту переменную. Правильно? Правильно. Вот, смотрите, мы писали, если вы помните, что после создания товара на складе, после того, как мы показали форму, после того, как она уже закрылась, мы обнуляем нашу глобальную переменную row number for update. Она нам нужна была, чтобы знать, на какой строке мы находимся, да, для обновления. Это для добавления, для обновления мы тоже, да, после обновления мы тоже ее обнуляем. И вот для удаления, да, когда мы нажимаем кнопку удалить, у нас row number тоже инициализируется номером текущей строки, выделенной строки. Но мы ее не обнуляем, да, мы ее не обнуляем. Это плохо. Ее нужно обнулить. Давайте попробуем ее обнулить. Обнуляем. Здесь напишем, кстати, обязательное обнуление. Обязательное обнуление. Чтобы не было ошибок при следующих вызовах. Обязательное обнуление, чтобы не было ошибок при следующих вызовах. И вот здесь такой же комментарий ставим. Отлично. Так, давайте проверим. Нажимаю «Добавить товар на склад». У нас пока ничего не происходит, потому что у нас не остановлено выполнение нашего кода. Останавливаем. Появился знак «Break», значок стал «Enable». Так, «Добавить товар». У нас также выключен интернет. iPhone. Цена закупки. Пусть 100 в национальном покрытии. Неважно. Тоже неважно. Добавляем товар. Инициализируется нулем, как и нужно, так как у нас нет подключения к интернету. Удаляем. Да, удалить. Удалилось. И вот у нас была ошибка, да? Вторая ошибка, которая была. Сейчас посмотрим, есть она или нет. Не должно быть. Все, ошибки нету, мы ее убрали.
То есть обнулили глобальную перемену. Хорошо. Так, давайте теперь я включу интернет. Подключаюсь, подключился. Интернет у нас включен. Так, теперь попытаемся добавить товар. iPhone. Цена закупки. 1000. Пусть будет не iPhone, а Galaxy. S8 в национальном покрытии в долларах. Количество 20. Samsung Data. Так как интернет включен, должны получить курс валюты и цену закупки в национальном покрытии. Добавляем. Задержка, интернет плохой здесь у меня. Дело скорости интернета. Ну, сейчас мы получим. Должны получить цену закупки в национальном покрытии. Да, действительно, получили ее. Отлично. То есть все работает. Удаляю товар этот тестовый. Ну, в принципе, и все, что я хотел сделать в этом уроке. Кстати, еще одна мелочь. Вот этот модуль, да, у нас, он нам не нужен. Это мы тестовый модуль делали, когда писали макросы. Макрорекордером записывали для заливки цветом и снятия заливки цвета. Этот модуль нам не нужен. Его мы удаляем, щелкаем Remove Module. Здесь спрашивают, хотите ли вы экспортировать модуль перед тем, как его удалить. Нет, я не хочу его экспортировать, просто удалить. И он у нас просто удалился. Сохраняемся. И увидимся в следующем уроке. Друзья, в этом видеоуроке я хочу начать реализовывать такую функциональность, как работу с файлами. То есть я хочу сделать возможность выгружать то, что у нас находится на листе склада нашего магазинчика, файл и подгружать данные из файла сюда. То есть у нас будет мини-локальная такая база в файле. Да? Мы можем здесь что-то насоздавать и выгрузить файл. А потом из этого файла можно что-то подгрузить. То есть мы коснемся такой темы, как работа с файлами. А вообще работа с файлами – это как бы объемная такая тема. И нужно обладать многими знаниями, если конкретно хотите знать, как работает операционная система или там какая-то среда выполнения с файлами. С файловой системой. Нам же для работы из Excel в VBA нужны простые какие-то методы. Выгрузка в файл, подгрузка из файла, может быть еще что-нибудь. В общем, что-то такое не особо сложное. Хотя, если мы начнем сейчас изучать, потом вы сможете самостоятельно далее углубиться по теме. Вообще, скажу сразу, что в языке VBA есть стандартные методы для работы с файлами, но они как бы уже устарели. Не то чтобы устарели, они поддерживаются в офисе и до нынешнего времени. Работают они с 97-го, по-моему, офиса. Еще этими методами можно пользоваться, но они неудобны. После 2000-го офиса появилась возможность работы с файлами по-другому. То есть такая возможность появилась, которая похожа на работу с файлами из других языков программирования. Потому что другие языки программирования в основном работают на основе объектной модели какой-то. И в VBA у нас теперь есть возможность работать тоже
через объекты, то есть использовать у специальных объектов какие-то методы, которые позволяют нам легко работать с файлами и не внедряться в суть файловой системы и так далее, в суть каких-то файловых потоков. Ну, в общем, я на примере вам сейчас все покажу. Для начала давайте создадим какую-нибудь книгу, книгу 1, например. Книгу магазинчика я закрою. Щелкнем разработчик Visual Basic. И чтобы нам подключить такую объектную модель, с которой мы можем работать, через которую мы сможем работать с файлами, нам нужно подключить библиотеку. Щелкаем Tools, References. И здесь через References мы можем подключить библиотеку. Кстати, уже подключенные библиотеки стандартные, вот они, вы видите, выделенные галочками. Это Visual Basic for Application, то есть библиотека Visual Basic, библиотека Microsoft Excel и библиотека объектов OLE и библиотека Microsoft Office. Нам нужна библиотека Windows Script Host Object Model, то есть это библиотека работы, ну, то есть некоторые скриптовые языки могут работать через эту библиотеку. Эта библиотека содержит объекты, которые позволяют работать там с файлами и с некоторыми другими задачами. А нам интересна работа с файлами. Щелкаем галочку, нажимаем ОК, она у нас подключена. Вот видите, она появилась здесь. Далее, давайте сразу переименуем лист, с которым мы будем работать. Назову его сам sheet, некоторый лист. Два раза щелкаю по нему. Далее напишу sub test proc. Subtest.proc, мы будем в этой процедуре писать логику работы с файлом. И давайте поставим перед собой такую задачу, чтобы у нас была возможность выгружать диапазон какой-то, 10 на 10, например, файл. То есть диапазон сделаем себе сразу рабочий. 10 на 10. И мы его будем выгружать в файл. Как это сделать? Ну, для этого нужно нам пользоваться, чтобы выгрузить этот диапазон файл, нам нужно пользоваться вспомогательным объектом из только что подключенной нам библиотеки. А как нам этот объект использовать? Ну, для начала нужно объявить переменную ссылочного типа, которая будет указывать на этот объект. Давайте ее объявим. Назовем эту переменную dim.file.obj.s. s.file.system.object. Видите, появилось из выпадающего списка название вот такого класса File System Object. Если у вас не появилось из выпадающего списка, значит, вы не подключили библиотеку Windows Script Host Object Model. Далее. Как создать этот объект? То есть мы его объявили, да, переменной ссылочного типа, типа file system object. Теперь нам нужно этой переменной присвоить ссылку на объект. Делается это так: set file obj присвоить. Есть такой стандартный метод create. Текст, так, create object.
createObject. Этот метод создает объект. Этот метод включен в VBA. Вот видите, VBA.createObject. Ему передается какой-то класс. В данном случае нам нужно передать этот класс, как он называется у нас там внутри той библиотеки. Скрипт. Скриптинг. Это нужно запомнить. File System Object. Ну, в принципе, он так вот называется. File System Object. Скобочку закрываем. И все. Теперь у нас вот эта вот переменная ссылочного типа ссылается на объект. Ну, то есть куда-то в память, да, ссылается на объект. В общем, неважно. Мы работаем с этой переменной как с объектом. Но объекта одного создать недостаточно. Объект этот содержит множество каких-то методов, каких-то других свойств, которые являются объектами. Нам нужно создать объект текстового потока, чтобы работать с файлом. Вообще в других языках тоже принцип такой же. Создаете объект, создаете объект текстового потока, ну или что-то типа похожее, и далее работаете с тем текстовым потоком, файловым потоком. Давайте я вам покажу. То есть нам нужно сначала создать переменную, тоже ссылочного типа, назовем ее text_stream. Это будет переменная, указывать на объект текстового потока. text_stream. Этот класс text_stream тоже находится в той же библиотеке, которую мы подключили. Далее set устанавливаем текст стриму нашему из файлового объекта. Создаем, есть метод такой у файлового объекта, createTextFile. Вот видите, createTextFile. Ему нужно передать, что ему нужно передать, какой файловый, какой файл создать. То есть у нас вот эта переменная будет text_stream указывать на поток текстового файла. Что значит указывать на поток текстового файла? То есть можете для себя примерно понимать, что просто вот эта переменная будет указывать на файл. На какой файл? Давайте в кавычках передадим название файла. Для того, чтобы передать название файла, нужно указать полное наименование файла, то есть где он будет находиться у нас. Он у нас будет находиться в папке temp, c users, вот у меня Артем, desktop temp. То есть полный путь прописываем. Далее, и как мы его назовем? Давайте его назовем file.txt. File.txt. Так, нажму запятую. Далее нужно, видите, вот в этом методе createTextFile нужно передать еще переменную необязательную, то есть аргумент необязательный. Что у нас тут? Overwrite sBoolean. По умолчанию true, да? То есть перезаписывать файл или не перезаписывать. Давайте с возможностью перезаписывать. То есть мы укажем, ну, true. Хотя true по умолчанию у нас. Unicode, дальше следующий у нас параметр идет. Мы не будем ничего указывать, просто закроем. Закроем скобку. И все. То есть, вот здесь у нас вопросы, да?
Это у меня получается Артём, да? В кириллице. Артём. По-русски написал. То есть вот этот полный путь к нашему файлу. Все, создали текстовый поток. Дальше мы можем с этим текстовым потоком работать. Ну, давайте поиграемся. Давайте в текстовый поток txt stream мы что-нибудь запишем. У текстового потока есть метод такой write. Записать. И что мы запишем? А запишем просто какой-то текст. Какой-то текст. И все. Давайте я... Вот смотрите, у меня в этой папке пока ничего нету, да? В папке temp. Никакого текстового файла. Если я сейчас запущу процедуру, нажимаю. Запустил. Что произошло? Создался файл, видите? И в него записался какой-то текст. То есть принцип, видите, очень простой. Создаете объект, на основании у этого объекта используете метод создания файла, создаете вот этот, то есть текстовый поток, и в текстовый поток записываете какой-то текст, либо что-то другое можете записать. И получается, что вы записываете файл. Причем файл тут же создается, да? Если я, например, сейчас... Кстати, знаете, что мы не сделали? Мы не сделали, не дописали. Вот здесь вот обязательно нужно в конце txt stream.close. Закрывать файл нужно обязательно. А то он остается у нас открытым. Ну, в общем, с точки зрения операционной системы нужно закрывать файл. А далее с точки зрения файловой системы. Так, и еще нам нужно убить эти объекты, которые мы создали. Set. Сначала мы текстовому стриму присваиваем nothing. То есть мы уничтожаем объект. И далее файл obj тоже nothing. Тоже его уничтожаем. Так, давайте вот какой-нибудь просто текст запишем и нажму опять запустить нашу процедуру. Посмотрим, что у нас сейчас получилось. Видите, мы его перезаписали. То есть не зря мы здесь указывали. Так, что мы здесь указывали? Вот в этот параметр мы передавали true. То есть с возможностью перезаписи. Да? Вообще параметров и работы с объектом, да, файловым объектом, тоже множество. Да, тут есть delete файл, delete folder. То есть вы можете работать с папками. Можете вообще вот через файловый объект работать с файлами, папками, то есть как бы как будто бы с файловой системы, да, через методы вот этого нашего объекта. Я вам сразу покажу. Вот у меня есть, если пройдете по этой ссылке, Robotober Pro Programming for All, есть описание вот этого нашего файл system object объекта. Ну, то есть чем мы сейчас пользовались? Мы пользовались, ну, текст стрим, да? Как создать объект? Create object. То есть можете здесь подсмотреть, какие есть методы, например, у файл текст стрим, да, то есть у текстового стрима.
Есть метод close, есть метод какой-то read, readAll, readLine, то есть можно построчно считывать что-то, что-то skip, пропустить, skip line, write, writeLine. Мы использовали write, да, записать. Можно использовать writeLine. Вот. Можете, в общем, посмотреть. Вот есть метод, например, copy file, можете копировать файл, множество различных свойств, методов у этого объекта, file object, system file object. Нам сейчас интересно просто занесение каких-то данных, а именно нам нужно будет занести диапазон, да? Так как нам в магазинчике на складе нужно будет заносить диапазон наших продуктов в файл. Так, в общем, с этим мы разобрались. Давайте я вот эту переменную, объявление этой переменной перенесу наверх, а уже создание объектов, инициализация объектов я вот сюда перенесу, потом вот это мы закомментируем. Далее по коду нам нужно будет закрывать текст стрим и уничтожать объекты. Это мы оставляем. Далее нам нужно будет сейчас перенести наш диапазон в файл. Да? Да. Как мы это можем сделать? Очень просто. Мы будем, знаете как, мы будем бежать по каждой ячейке и каждую ячейку записывать вот этим нашим методом write файл. Будем бежать вот так вот. Так, 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 так. Потом перейдем на следующую строку и побежали опять. Добежали, побежали опять. И так до конца. То есть построчно по столбцам будем бегать. Давайте для начала объявим диапазон, по которому мы будем бегать. Создадим переменную, такую объявим. Назовем ее рабочий диапазон. Work range as типа range. То есть типа range, и этому диапазону set work range мы присвоим через range от какой ячейки и до какой ячейки у нас будет диапазон. У нас будет диапазон от ячейки 1.1 до ячейки 10.10, да? То есть мы здесь просто передадим cells от ячейки 1.1 до ячейки 10.10. Вот такой вот у нас диапазон. Мне нравится, да и вообще удобно работать, когда вы создаете диапазон через cells и передаете номер строки, номер столбца, номер строки, номер столбца. Хотя можно было, конечно, текстом написать от A1 до J10 в текстовой литеральной строке. Так, диапазон создали, и давайте бежать по диапазону. Чтобы бежать по диапазону, мы будем использовать циклическую конструкцию, циклический оператор for each. Чтобы бежать for each, нам нужно объявить еще переменные, вспомогательные, итерационные, row as range и ячейка cell as range. Для чего это нужно? Для того, чтобы for each для каждой строки в нашем
рабочем диапазоне всех строк. Сразу пишем next row. Так, next row. То есть, ну понятно, да, бежим по каждой строке в диапазоне в строковом, в диапазоне строк. То есть, ну что это означает? Вот бежим по каждой вот строке. Сначала по этой, потом по этой, потом по этой, по этой, по этой. Ну только вот до отсюда, до отсюда, до отсюда. И с первого курса вы это знаете. Так, по строке мы пробежались, и в каждой строке нам нужно будет бежать по колонке. Ну, то есть по ячейке. Сначала по этой, потом по этой и так далее. Пишем for each cell. In row, в нашей строке, в которой мы находимся в данный момент итерации цикла, в его ячейках, да, в row cells. Так, все верно. И здесь нужно написать next cell. То есть теперь мы бежим по каждой ячейке в строке. И из ячейки будем просто записывать. Возьмем вот этот метод, скопируем. Это можно удалить, уже не нужно. Так, что мы будем записывать? Мы будем записывать значение из ячейки. Cell.value. Давайте я комментарий сделаю, что пишем значение из ячейки в файл. Причем мы пишем в цикле вот так вот бежим, бежим, потом по ячейкам пробегаемся, потом опять на следующую строку. И, в общем, бегаем, бегаем и записываем все в строку файл. Ну вот, смотрите. Давайте я запущу. Я запустил. Смотрим, что у нас в файле получилось. Непонятно, да? Что у нас? Вот у нас подряд записалось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть получается, вот этот метод write, он просто пишет в текстовый поток в файл значение, потом сразу следом еще одно значение, следом еще одно значение, и он не разграничивает ни на строки, ни на колонки. Он просто все записывает подряд. Поэтому у нас вот так вот и получилось. Записали до 10, потом следом опять записали до 10. Для того, чтобы нам как-то это разделять, мы можем воспользоваться разделителями, да? Ну, например, можем сделать, законкатенировать там, поставить точку с запятой, несколько пробелов. Вот так вот, да? Давайте попробуем перезаписать. Нажимаю, смотрим, что у нас получилось. Так, нужно этот файл закрыть. Еще раз нажимаю. Ну вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но опять же, видите, у нас нет деления на строки. Нам бы хотелось еще, чтобы можно было делить на строки. Как это сделать? Это сделать нужно
где-нибудь вот здесь. Вот. Когда мы переходим на следующую строку, нам нужно в текст стрим записать символ переноса каретки, ну то есть переноса на новую строку. А как это, что это за символ? Есть у VBA стандартная константа, означающая этот символ переноса каретки. Давайте я вам его напишу, то есть эту константу. Она называется у нас VB New Line. VB New Line. То есть мы будем записывать символ переноса каретки. Давайте запускаю, нажимаю, смотрим, что у нас в файле получилось. Вот, в принципе, что нам и хотелось, да? Если я изменю что-нибудь в диапазоне, например, четвертую строку, я просто удалю. Что у нас получится? Запускаем еще раз, нажимаем, запустил, смотрим файл. Ну, получилось, что у нас вот точки с запятой поставились. А значений нету, потому что мы все значения удалили. Все 10 точек с запятой. А, хорошо. Это мы реализовали. Но я не хочу жестко задавать точку с запятой. Я хочу подставить вместо точки с запятой стандартный разделитель для настроек Excel и операционной системы. Ну, то есть офисного приложения и операционной системы. Стандартный разделитель. Как я могу поставить сюда стандартный разделитель? Потому что, например, в английской версии стандартный разделитель будет там запятая. В российской версии будет точка с запятой, ну или наоборот, или там что-то по-другому. В общем, нужно воспользоваться стандартным разделителем. Пишем application, то есть будем конкатеринировать с application. У application есть такой International свойство. Свойство International. Этому свойству International нужно передать константу XL column separator. Separator. И вот это вот application свойство через константу XL column separator будет возвращать нам необходимый нам разделитель для настроек нашей среды. Давайте посмотрим, что это за разделитель. Но я точно знаю, что у меня разделитель стандартный — это точка запятой. То есть мы увидим, в принципе, ту же картину. Я закрою. Здесь я скопирую вот эту строку. И давайте попробуем, нажмем, посмотрим, что у нас получилось. Видите, стандартный разделитель, точка с запятой. Причем пробелов у нас нету, да, вот таких, как у нас были. Потому что стандартный разделитель у нас — это только точка с запятой, без пробелов. Хорошо, мы добиваемся того, что нам нужно. Теперь я не хочу, чтобы в конце была точка с запятой. То есть у нас и так в каждом конце строки, то есть понятно, у нас есть перенос строк. Итак, нам не нужна в конце точка с запятой. То есть в конце каждой строки нам не нужна точка с запятой. Как это сделать? Сделать это можно через проверку. Через проверку. Если мы находимся
Так, так, так. Знаете как? То есть мы будем проверять, если наша ячейка, то есть колонка нашей ячейки, в которой мы в текущий момент итерации находимся, не равна 10, да? Не равна 10. Тогда мы будем ставить... Так. Сделаем вот так вот. TextStream write cell value мы оставим наверху. То есть так и так мы будем записывать значение. А вот сепаратор мы будем записывать только в случае, если мы не находимся на 10-й колонке, то есть в последней колонке. And if. А здесь мы напишем, что мы пишем значение из ячейки файл, а здесь мы в комментарии ставим, что мы пишем разделитель. Здесь мы напишем, что если мы находимся в не последней колонке. Вот так вот. Нажимаю запуск. Так, нужно закрыть файл. Нажимаю запуск. Смотрим. Все. Все верно. В конце строки у нас теперь нету точки с запятой. Отлично. Функционал мы, в принципе, записали, который нам нужен. Еще раз повторюсь, не забывайте в конце того, как вы поработали с текстовым потоком, применить к нему метод close, то есть закрыть этот поток. Иначе он останется где-то там висеть в памяти. И также рекомендуется удалять объекты в конце. Сначала текстового потока, потом файлового объекта, вот этого нашего. Еще при работе с файлами иногда возникают ошибки. Поэтому нам нужно написать сразу обработчик ошибок, чтобы мы знали, там, получилось поработать с файлом или не получилось поработать с файлом. Чтобы у нас программа не падала, не вылетала никакая ошибка, чтобы она как-то обрабатывалась. Поэтому перед тем, как мы инициализируем файловые объекты, напишем on error go to error handler. То есть перейти к какому-то обработчику. Обработчик мы напишем, метку обработчика поставим в конце. Двоеточие. И напишем следующее. Что возникла какая-то ошибка. Давайте выведем текст. Message box. Возникла ошибка при выгрузке в файл. Возникла ошибка при выгрузке в файл. И почистим объект ошибки. Error clear. Почистим. Так, и здесь нам, чтобы не попасть в этот обработчик при успешном исходе, нам здесь нужно будет написать еще end sub, да? То есть exit sub. Exit sub. Выйти из процедуры.
комментируем, что закрываем объект. Здесь удаляем. А вообще в реальном приложении я бы вот это не писал, потому что и так понятно, но для вас я напишу вот эти комментарии. А здесь я, кстати, напишу, что бежим по циклу, инициализируя значениями из ячеек в файл. Здесь по каждой строке, а здесь for each по каждой ячейке в текущей строке пишем значение. Давайте Enter нажму, то есть пустую строку, чтобы удобно читать было. А здесь мы в комментарии поставим, что пишем файл символ каретки на новую строку. Тут понятно, следующая ячейка, следующая строка. В принципе, код читается нормально, да? Но здесь понятно, что мы инициализируем диапазон. А диапазон мы чуть-чуть будем по-другому инициализировать в магазинчике. Мы потом этот код перенесем в наш магазинчик. Так, что еще? Обработка ошибок. Обработка ошибок. Здесь понятно. Так. Текстовый поток, файловый объект. Здесь мы создаем файловый поток с возможностью перезаписи файла. С возможностью перезаписи файла. Сохраняемся. Сейчас я хочу добавить, так, разработчик, вставить кнопку на нашу тестовую процедуру. Выгрузка файл. Все хорошо. Я, например, файл этот удаляю. А здесь что-нибудь другое. Здесь что-нибудь другое. И выгружаю файл. Выгрузили. Посмотрим, что есть. Ну вот они. Добавились несуразные значения. Так, с подгрузкой из файла мы познакомимся в следующем уроке. Но подгружать файл мы будем некоторым стандартным средством Excel. То есть мы воспользуемся стандартным импортом. Мы его немножко модифицируем.
В общем, будет интересно. А это мы проделаем в следующем уроке. Так, что бы я еще хотел вам сказать? Ну, например, если вы хотите поиграться, то воспользуйтесь. Можете в интернете найти описание File System Object. Можете у меня на сайте посмотреть вот эту вот справку по File System Object. Попробуйте посоздавать какие-то объекты, например. То есть папки можно поперемещать, файлы поудалять, файлы папки, получить там состав, например, get drive, получить диск, да? Назначение возвращает объект drive по указанному имени или пути. Ну, в общем, здесь есть примеры, можно ими воспользоваться и посмотреть, что вообще к чему. До встречи в следующем уроке. Друзья, в этом видеоуроке, как я и обещал, мы будем заниматься подгрузкой данных из файла на лист Excel. Вообще, мы сегодня будем подгружать данные на лист Excel стандартными средствами, которые имеет приложение Excel. То есть мы будем делать через импорт данных из файла. Вообще, конечно, можно было воспользоваться тоже объектом File System Object и применять при работе с текстовым потоком вместо метода write какой-нибудь другой метод на чтение данных из файла. Это несложно, и это может быть остаться как домашнее задание или как факультатив, который вы можете проделать сами. Например, если посмотреть на методы объекта TextStream, да, вот у нас объект TextStream, его методы, то у него есть методы read, readAll, readLine, они все они позволяют читать данные из текстового файла. То есть read это прочитать что-то одно, readAll это прочитать весь файл, можно его загрузить, кстати, в текстовую переменную, а readLine это чтение построчно. То есть в принципе, если мы сейчас бы все это проделали, то у нас бы код получился похожий на то, что мы делали. То есть я считаю, что это вы можете попробовать, поиграться, проделать сами. Мы же сегодня познакомимся со стандартными средствами, которые входят в Excel для импорта. Для начала давайте приведем вот эти наши столбцы в порядок. Уберем вот эти вот текстовые значения, которые мы в прошлом уроке насоздавали. Так, открою я наш файлик. Он содержит эти текстовые значения. Закрою. Сделаю выгрузку файл. Теперь я его открою. И все, у нас одни числа остались. С разделителями точка запятой. Далее, что рекомендую сделать? Закрываю этот файлик. Нам нужно показать расширение у файлов. Я щелкаю вид, щелкаю расширение файлов. Видите, у меня подсветились расширения файлов после точки. То есть этот файлик наш текстовый. Книга типа XLSM. Магазинчик тоже XLSM. В какой-нибудь вашей версии Windows, может быть, если у вас не десятка, может быть, расширения включаются по-другому. Так, смотрите, я вам хочу рассказать про такой тип расширения, как CSV. Вот смотрите, я сейчас заменю на CSV.
CSV расширение. И смотрите, что произойдет со значком. Нажимаю «Да», и значок поменялся на Excel-овский значок. Это означает, что расширение CSV может читать Excel. Но вообще расширение CSV просто так файлам давать нельзя. Опять на TXT меняю. Чтобы файл соответствовал расширению CSV, то есть формату CSV, он должен обладать следующими свойствами, ну, по крайней мере, которые мне известны. То есть он должен иметь разделители, ну, в текстовом файле должны быть разделители, и должны быть новые строки. То есть не все должно быть в одну строку, в длинную, а вот так, как у нас вот здесь вот разделено на строки. То есть есть символы переноса каретки, невидимые. В принципе, и все. Все, что нужно для Excel. Потому что Excel тогда сможет стандартно разделить все вот это вот на колонки и строки. Давайте посмотрим, как. Я поменяю опять расширение на CSV. CSV. Щелкну «Да». И нажму два раза. Запущу этот файлик. Видите, вот он у меня открылся в отдельном окне. То есть Excel распознал разделители, распознал значения, распознал строки новые и все это выгрузил на лист. В принципе, все, что нам и нужно. Но видите, это новая книга. Нам бы хотелось подгружать в нашу же книгу эти данные. Так, расширение мы CSV оставим для файла. И далее что мы будем делать? Далее мы зайдем в Visual Basic. Изменим здесь, вот где у нас название файла. Мы здесь изменим на расширение CSV. Да? Расширение CSV. Давайте я, кстати, этот файлик попробую удалить. Удалю. Так, а здесь у нас на книге нажму на кнопку «Выгрузка файла». У нас опять файлик создался. Файл CSV. Да, открывается все хорошо и четко. Не сохранять. Далее, я все наши данные на листе 1, в нашей книге 1 удаляю. И теперь мы повоспользуемся стандартными средствами подгрузки данных из файла, из текстового. Щелкаем на ленту «Данные». Щелкаем «Получение внешних данных». Здесь, кстати, данные можно получать как из Access, из интернета, из текста, из каких-то других источников. Например, сервера SQL, из XML, из других каких-то служб данных. Да? Нас интересует из текста. Щелкаем «Из текста». Далее выбираем, где наш файл находится. Он у нас находится на рабочем столе. Вот у меня он находится в папке «Temp». Я его выбираю, нажимаю «Импорт». Далее у нас спрашивают, укажите формат данных с разделителями либо фиксированной ширины. У нас разделители есть, точка запятой, да? Мы щелкаем «Разделители», радиокнопку «Разделители». Мои данные содержат заголовки? Так, наши данные заголовки не содержат. У нас вот в наших этих данных файл CSV. Так, он у нас, у меня сейчас не откроется, потому что у меня открыто вот это окошко диалоговое. Вообще, вот мои данные, если содержат заголовки, то это значит, есть ли у вас шапка или нету шапки над каждым столбцом. Далее, начать импорт со строки. Ну да, с первой строки. Нам нужно начинать импорт с первой строки. Далее выбираем, какой у нас кодировки. У нас кодировка кириллица Windows. Щелкаем далее. Смотрите, что означает вот это как бы диалоговое, не окно, а вот диалоговое место. Символом разделителя является знак табуляции, точка запятой, запятая, пробел, другой. Обратите внимание на вот это окошко. Это вот то, что наши данные, да,
текстовом файле CSV. Если я сейчас щелкну на точку с запятой, то что произойдет вот в этом окне? Я убираю знак табуляции и щелкаю точка с запятой. У нас Excel распознал, что точкой с запятой у нас разделяются как бы колонки. То, что нам и нужно. Здесь мы ничего не щелкаем. Далее нажимаем. А здесь для каждого столбца можно определить формат. Нас устроит общий формат. То есть вот этот. Далее Excel сам распознает числовые данные, там наши текстовые данные, либо как где у нас колонки с датами, с датой. Excel сам это распознает. Щелкаем «Готово». Здесь у нас спрашивают, куда выгрузить данные, импорт данных. Нам нужна выгрузка в ячейку А1, то есть начинать мы будем с А1. Можно выгрузить на новый лист, нам это не нужно. Щелкну «Свойства», и здесь единственную галочку я уберу. Это вот эту. «Задача ширину столбца». Если вы эту галочку оставите, то у вас колонки будут по размеру ваших колонок в текстовом файле, ну то есть по значениям. А если я галочку уберу, то у меня такие же колонки, какие они были, такие и останутся. Нажимаю «Ок». Окей, колонки такого же размера остались. Видите, наши данные все выгрузились вот сюда вот. И в принципе Excel считает, что мы сейчас подключены к нашим данным. Если я щелкну «Получение внешних данных», сначала я щелкну в какое-нибудь место нашего запроса, то есть наших данных. И видите, неактивные кнопки. Вот эти вот все кнопки, они неактивные. Потому что Excel считает, что мы подключены к нашим данным. Это означает следующее. Если я что-нибудь изменю в файле, файл CSV, например, я его два раза щелкнул, изменю сейчас. Давайте я его не буду, пусть у меня открывается он не в Excel, а я его открою, например, открыть с помощью блокнота. Это же все тот же текстовый файл, просто расширение другое, да? Изменю, например, в последней ячейке, в последней колонке, то есть в последней строке, в последней колонке на какой-то текст. И сохраню. Сохранился. Закрою. И смотрите, так как у нас Excel считает, что он подключен к данным нашим, можно сделать кнопку, нажать на кнопку «Обновить». Нажимаю на кнопку «Обновить», он спрашивает, откуда обновить, он уже знает, как обновлять. Мы ему все указали в прошлых диалоговых окнах. Нажимаю «Импорт», и вот у нас обновилась наша ячейка, ту, которую мы изменили в текстовом файле CSV. Да? Хорошо, это я вам просто показал, как можно импортировать данные из текстовых файлов. Но нам хотелось бы, чтобы у нас подгрузка была автоматическая, чтобы мы где-то вот здесь вот нажимали на кнопку, и у нас происходила подгрузка из файла. Давайте это реализуем этими же средствами, стандартными. Как это сделать? Сделать это можно следующим образом. Вот это все мы удаляем. Вот нас здесь спрашивают, хотите вы отключиться от ваших данных? Да. Теперь у нас кнопки все активны. Удалили. Воспользуемся средством макрорекордер, то есть записью макросов, да, чтобы понять, что он, как происходит импорт, как это делает Excel. Так, щелкаем разработчик, Visual Basic. Так, не Visual Basic, а запись макроса, пусть называется макрос 1. Щелкаем ОК. Макрос у нас записывается. Теперь нужно проделать все то, что мы делали в прошлых диалоговых окнах.
Щелкаем на данные, переходим на ленту данных, получение внешних данных, из текста, из какого файла, да, из файла CSV, нажимаем импорт, далее с разделителями щелкаем, какая кодировка, у нас кириллица Windows, да? Кириллица Windows, далее точка запятой разделители, далее общий формат для всех. Готово. В первую ячейку в A1 пусть скидывает данные. В свойствах убираем ширину столбца. Все остальное пусть остается. Нажимаю ОК. ОК. Запись прошла. То есть выгрузка прошла. Нажимаю стоп. Макрос остановили. Теперь давайте посмотрим, что у нас было записано в наш новый макрос. Создался модуль. Видите, модуль 1. Вот. Вот это, в принципе, нам и нужно. Вот этот код нам нужен. Давайте я скопирую блок with and with. Я его скопирую. И на наш в код объекта сам шит нашего листа мы здесь создадим процедуру sub, назовем ее load файл, подгрузить файл, да, и я вставил тот блок with, end with. Вот этот вот модуль я могу удалить. Он не нужен нам. Remove модуль. Хотите ли вы экспортировать перед удалением? Нет, нам не нужно экспортировать. И давайте этот код поправим. То есть особо не вникаем, что здесь есть. Нам это не очень интересно. Нам самое главное подправить код, чтобы он у нас автоматически работал. Здесь сразу видно, что определяется полное название имени файла и куда мы выгружаем. Да? Мы выгружаем ячейку A1. Хорошо. Я возьму и перенесу это все на строку, на первую строку, а далее мы попробуем для load файл создать кнопку на листе. Так, щелкаем на разработчик, в режим конструктора переход. Так, не режим конструктора, а вставить кнопку. Назначаем процедуру load файл, щелкаем ОК. Можно обозвать эту кнопку. Подгрузка из файла. Подгрузка из файла. Если мы удалим вот этот вот... видите, у нас спрашивают, удалить, не удалить. Да, удаляем подключение. Если я сейчас нажму подгрузку из файла, у меня, по идее, должен подгрузиться тот наш файл, файл CSV, да? Но он не подгружается, мы получаем ошибку. Давайте посмотрим, где у нас ошибка. Ставлю breakpoint, нажимаю подгрузить файл и далее. Отладчиком пошли. F8.
Вот здесь мы получили ошибку. Name file 1, да? Зачем нам нужен name вообще? Давайте его уберем. Его убрали. Давайте заново. Подгрузка из файла. Поехали, F8. А, мы получаем ошибку на common type 0. Так, проверим еще раз. Нажимаю F5. Смотрим данные. Данные подгрузились. То есть ему не нравился common type при автоматическом режиме, да, у нас. Я убираю этот breakpoint, и мы понимаем, что код наш рабочий. Код рабочий, но единственное, смотрите, что мне не нравится. Мне не нравится то, что если я зайду на вкладку данные, у меня, то есть наш файл постоянно считает, что мы подключены к нашему файлу. Мне это не нужно. Мне нужно, вот мы выгрузили и все, и как бы отключились от нашего файла. Мне не нужно нажимать на кнопку обновить, указывать из какого файла. Я пользуюсь только кнопкой подгрузка из файла. Это можно, такую функцию можно отключить, ну то есть прописать в макросе следующее. После того, как мы подгрузили данные из файла, нужно сделать следующее. Прописать range, то есть диапазон, в котором мы находимся. Это у нас диапазон от A1 до J10, да? Давайте я пока его в кавычках напишу. От A1 до J10. Точка query table, то есть таблица запроса. Далее нужно применить метод delete. И все. Я здесь сделаю комментарий, что мы удаляем подключение, удаляем стандартное подключение после подгрузки файла. Так, кстати, вот здесь вот Active Sheet. Зачем нам Active Sheet? Это нам не нужно, мыши на листе. Мы сейчас в коде листа находимся, да? Поэтому Active Sheet будет излишним и не нужен. Просто оставим query tables. Можно, конечно, написать me.query tables. Так, все остальное мы пока оставляем. Мы оставляем, сохраняемся. Давайте попробуем опять удалить эти данные. Этот запрос удаляем, все. Отлично. Пробуем подгрузиться из файла. Из файла подгрузились, и давайте посмотрим, мы подключены или не подключены. Нет, мы не подключены, то есть мы сразу отключились. Отлично. Теперь я могу что-нибудь изменить здесь, например, поставить такую цифру в серединку, выгрузить файл. Файл выгрузили, удаляем. Давайте посмотрим, кстати, что у нас в файле. Я открою его с помощью блокнота. Вот видите, эту цифру я большую добавил. 100 тысяч. Сейчас мы попробуем подгрузиться из файла. Подгрузились. То есть мы работаем стандартным средством импорта. Отлично. И код-то вообще, в принципе, обычный, да? То есть указываем, какой файл. Куда выгружаем, в какую ячейку первую. Потом удаляем диапазон здесь. Ну а здесь в этом блоке with, работая с
со свойством, которое возвращает метод add, да, получается. Add connection. Да, здесь просто мы его различным свойством применяем какие-то литеральные константы, потом там булевые значения и так далее, какие-то константы Excel. В принципе, возможно, много здесь лишнего, но нас это устраивает. Вот здесь вот кодировка, ну и так далее. Хорошо, теперь нам нужно все вот это применить в нашу книгу на склад нашего магазинчика. Давайте я вместо test-proc назову процедуру save to file, да? Сохранить файл. Save to file. А здесь назову ее load from file. Щелкну правой кнопкой, назначить макрос. У нас новое название. Сохранить. Окей. И назначить макрос для загрузить. Окей. Сохраняемся. Теперь открываем книгу магазинчика. Включаем макросы. Щелкаем разработчик Visual Basic. Переходим на лист склад. Мы будем тот код наш переносить на лист склад. Далее. Я пока этот код добавлю наверх, чтобы можно было с ним наглядно работать и не сползать ползунком вниз. Так. Где наш код? Вот он. Копируем. Кстати, я не написал ни одного обработчика ошибок, да, в наш метод load from file, так как мы пользуемся стандартными средствами Excel. Возможно, некоторые ошибки Excel сам обходит, но можно, конечно, написать и обработчики ошибок вручную. Так, я вставил наши эти два метода. Давайте я их сразу прокомментирую, обзову, то есть что означает метод. Метод сохраняет данные с листа в файл. А этот метод у нас метод за... Вообще это как бы процедура, да? А метод загружает. Он гружает на лист данные из файла. Так, хорошо. Методы у нас есть, но они пока толком-то не работают. Потому что они находятся в новой книге. И диапазоны нам нужно определить другие, да? Вот здесь, где мы задавали диапазон в процедуре save to file, нам нужно воспользоваться откуда и докуда, да? Так, вот эту книгу я закрываю, книгу 1. Остается наша книга «Магазинчик». Откуда? От первой ячейки по столбцу артикла, да? Ну, то есть, вот с этой ячейки. И до последней возможной по столбцу цена закупки.
То есть по последней возможной строке. Посмотрим, что у нас есть. Строку мы первую точно можем задать. Она у нас в row start output константе находится. По какой колонке? Тоже можем задать. Column start, start output. Далее. До какой строки? Пока непонятно. До какой колонки? Понятно. Column end output. Теперь давайте определимся. То есть, когда мы будем сохранять данный файл, нам нужно сохранить все данные, которые имеются, ничего лишнего. То есть лишние строки нам пустые не надо сохранять. То есть нам нужно просто найти последнюю строку. Как нам найти последнюю строку? Ну, это мы умеем пробежаться циклом и найти ее. А можно код такой не писать, пробега, а его скопировать. Где у нас есть пробеги. Вот, например, вот я отсюда скопирую код в цикле, ищем первую пустую строку. Ну, в принципе, нам нужно найти первую, ну, то есть последнюю существующую строку. Давайте я создам такой вот private метод. Private. Назову его find last exist row. То есть найти последнюю существующую строку. Так, это у нас будет это у нас будет функция function. И будет возвращать s long. Номер строки. Number row. Номер строки. Так. Вставляя тот наш цикл, которым мы бегаем по нашим строкам, да? Так, давайте его еще раз проверим. Начинаем с какой-то строки, с первой. По колонке артикул бежим. Далее у нас здесь будет возвращаться номер пустой строки. То есть мы в конце будем возвращать row минус 1. Это будет номер последней существующей строки. Номер последней существующей строки. Будем пользоваться таким методом. Так, отлично. Сейчас мы закомментируем. Функция возвращает номер последней существующей строки. Теперь нам, что нам здесь нужно? Мы вместо вот этой десятки, которая уже является рудиментом, да, мы ее заменим на функцию нашу find last exit number row, то есть по последнюю строку сохранить. Да, в принципе, здесь все, наверное, пока. Метод мы этот проверим. Далее, давайте вот в range, вот в этот вот.
Вот у нас он текстом, да, литеральной текстовой константой мы его задали, диапазон. Нам так не нужно, мы так не работаем. Мы скопируем объявление и создание диапазона. Объявление и создание диапазона сюда. Куда-нибудь вот сюда, вот начало можно. И давайте подумаем. Так, мы когда подгружаем данные, нам нужно потом эти данные, так, вот из этого workRange. Здесь мы удаляем этот диапазон и подставляем workRange, наш рабочий диапазон. QueryTable, delete, это все верно. Так, теперь с workRange здесь, вот в этом методе подгрузки, надо разобраться. От первой строки все верно, от колонки все верно, но не последнюю строку нам нужно будет искать, так как когда мы будем подгружать данные, нам нужно, по идее, удалить. Воспользоваться вот этим методом queryTable.delete, то есть delete по последнюю существующую, по последнюю вообще строку в Excel на листе. То есть как это получается? Просто пишем свойство rows count и все. Давайте, чтобы было понятней, мы этот код переместим вот сюда вот. И все. Здесь я напишу комментарий, что удаляем существующее подключение. Существующее подключение. До самой последней строки на листе Excel. Все, это мы сделали. Теперь давайте создадим кнопки для работы с нашими вот этими новыми методами для загрузки файл, то есть выгрузки файла, подгрузки из файла. На разработчике щелкаем режим конструктора, вставить элемент ActiveX, кнопку. Так, сразу обзываем ее, что это у нас кнопка BTN. Как мы ее назовем? Ну, также назовем Save to File, да? Save to File. Так, caption ее изменим. Сохранить файл. Сохранить файл. Хорошо. Далее еще одну кнопку. Также ее свойства обзываем btn. Префикс btn. Load from file. Подгрузить из файла. Caption. Подгрузить из файла. Хорошо. Давайте создадим обработчики. Два раза щелкаю. Вот у меня один обработчик создался. Button Save to File.
клик. Так, я его сейчас вырежу и вынесу его пока наверх. Вынесу его вот сюда вот. Потом мы весь этот код порефакторим чуть-чуть. И давайте сделаем так. Вот метод, да, save to file. Мы весь его внутренний код, то есть все тело этого метода, мы вырежем и вставим вот сюда, вот, в обработчик btn save to file click. Теперь нам этот метод не нужен. Ну а его комментарий можно применить сюда. То есть обработчик сохраняет данные с листа в файл. Далее. То же самое мы проделаем для подгрузки из файла. Сначала создаем обработчик. Два раза щелкаю. Создался обработчик, весь код из метода loadFromFile мы вырезаем, это удаляем и вставляем в обработчик. Этот комментарий мы тоже возьмем с собой и подставим его вот сюда вот. Что обработчик подгружает на лист данные из файла. Сохраняемся. Давайте протестируем, что у нас получится. Из режима конструктора я выхожу. Например, сохранить файл. Да, я сейчас нажму, и у нас файл CSV должны подгрузиться вот эти вот данные. Давайте проверим. Сохранить файл. Получили ошибку. Ага. User defined type no defined. Понимаете, что это за ошибка? То есть мы определяем какой-то тип, и VBI считает, что это мы определяем какой-то пользовательский тип, который не объявлен, да? Это означает то, что мы не подключили просто ту нашу библиотеку. Мы не подключили библиотеку Windows. Windows Script Host Object Model. Подключаем ее. На стоп нажал на всякий случай. Так. Сохранить файл. Нажал. По идее, что-то сохранилось. Мы же message box заглушки никакие не ставили, да? У нас ничего не выводится. Давайте проверим, что у нас. Открою с помощью блокнота. Вот, видите? Все сработало с первого раза, без ошибок. Вот эти все наши три строки. Теперь закрываю. Вот это вот удаляю и попытаюсь подгрузить из файла. Получили ошибку. Смотрим где. Щелкаю дебаг. С первого раза не всегда все удачно. Удаляем стандартное подключение после подгрузки файла. То есть вот здесь мы получаем ошибку. Я, кстати, подумал, что у нас ошибка может возникать из-за того, что мы в прошлый раз не совсем верно записали макрос для подгрузки из файла, из текстового. Нам нужно его перезаписать. Плюс, видите, у нас записалось все в ячейку А1, то есть ячейки А1 и далее. Это нужно удалить.
в ячейку А1, потому что у нас здесь прописывается такой диапазон, начиная с ячейки А1, да? Так, нам нужно, я вот остановил, нужно перезаписать макрос. Макрос мы будем перезаписывать в той же книге. Щелкаем разработчик, запись макроса. Пусть будет макрос 1, окей. Далее данные, получение внешних данных из текста. Наш файл выбираем с разделителями. Здесь меняем только кириллица Windows. Далее у нас точка запятой разделители. Далее все оставляем. Готово. Выгружать будем пока временно в B4. Пусть так остается. Свойства щелкаем. Далее. Сохранить определение запроса. Убираю галочку. Не нужно. Кстати. Задача Рено столбца. Галочку эту убираем. Сохранить определение запроса. Убираем. И здесь ставим, вот выбираем третью радиокнопку. Заменить существующие ячейки, удалить пустые. Окей. Окей. Все, останавливаем макрос. Смотрим, что у нас там. Макрос. Макрорекордер записал. Макрорекордер записал вот эту процедуру. Макрос 1 с блоком WIS. Этот блок WIS and WIS мы копируем. Этот модуль можно удалить. При удалении нам не нужно было экспортировать его. Я тот скопированный наш блок WIS, его вставлю вот сюда вот. Чуть-чуть пониже, вы можете сравнить, что изменилось. Я не буду пока сравнивать. Скопирую вот эту строку. Вот так вот скопирую. И вставлю вот сюда. Вот. Старый блок WIS удалю. А здесь я просто заменил на то, что у нас было, да? Кстати, здесь давайте перепишем, чтобы в B4 пока скидывались данные. Пока будем тестировать, пусть пока будет литеральной константой задан диапазон, куда будут данные скидываться. Хорошо, давайте проверим теперь. Так, щелкну данные. Нет ли у нас какого-то подключения? Так, у нас есть подключение. У нас есть подключение. Его как-то надо отключить. Я щелкну в подключение, здесь щелкну удалить. Свойства. Операция удалит определение запроса. Вы хотите продолжить? Да. Окей. Все, мы подключения все удалили, которые у нас были. Да, удалили. И это хорошо. Теперь у нас остался только наш макрос, который должен, по идее, работать. Сейчас мы будем тестировать. Я сохраняюсь. Так, вот эти данные я удаляю. Попробуем их подгрузить. Подгрузили. Хорошо, подгружаются. Смотрим, есть ли какие-то подключения. Нету. Здесь, в этом диапазоне. Нету. Здесь, в этом диапазоне. Тоже нету. Ну-ка, если еще раз подгрузить из файла. Просто они заменяются, да? А все значения из ячеек заменяются. В принципе, вот это нам и нужно было. Сколько бы я ни нажимал, Excel подключается к файлу, подгружает и сразу отключается. И все. Все значения просто перезаписываются. Отлично.
Хорошо. Так, эта функциональность у нас теперь работает. Но давайте вот здесь вместо range зададим, куда нам нужно именно данные записывать. Мы, кстати, можем вот эту вот вырезать, где мы определяли, объявляли и определяли диапазон рабочий наш, и вставить вот сюда вот. Сейчас протестируем. И вместо задания в destination, в параметр destination, вместо задания вот такого range мы удалим и зададим наш рабочий диапазон. Work range. Сохранимся, попробуем подгрузить. Все то же самое работает. Хорошо. Отлично. Теперь у нас диапазон настроен на наши, как у нас объявлены константы, то есть правильно, да? Так. Отлично. Что бы еще хотелось сделать? Еще бы хотелось сделать следующее. Давайте мы будем вместо вот этого имени, у нас будет, то есть вместо вот этого имени полного, у нас будет константа с названием файла. Вдруг мы захотим изменить название файла, и нам нужно будет изменить только его один раз в константе. Эту константу мы применим сюда, в этот обработчик и вот сюда. Давайте так и сделаем. Так, получается, что у нас будет константа stock file name as string и зададим ей полное название нашего файла вместе с путем, да? Название текстового файла. Название текстового файла. Склада. И вместо вот этого значения я его удалю. Здесь получается, нужно сделать конкатенацию и вставить название нашей константы. А здесь просто название нашей константы. Параметр метода createTextFile. Первый параметр. Так. Сохраняемся. Давайте тестируем. Сохранить файл. Данные сохранились. Подгрузить из файла. Данные подгрузились. Отлично. Константа наша рабочая. В принципе, для этого урока, наверное, пока все. Далее мы наведем некоторую косметику в нашем коде для вот этих вновь созданных сегодня обработчиков. Сделаем такой функционал, что когда мы будем нажимать «Сохранить файл», у нас, возможно, будет какой-то вопрос. Точно сохранить, не точно. Когда мы будем выгружать, подгружать из файла, тоже будут вопросы. Ну и кое-что может быть. В коде порефакторим, что-нибудь изменим,
То есть, может быть, цветовую гамму добавим к кнопкам. Это мы проделаем в следующем уроке. Следующий урок у нас должен быть заключительный. Поэтому предварительно вас поздравляем. Ну что, друзья, поздравляю всех, это наш последний видеоурок. В этом видеоуроке мы продолжим доделывать и реализовывать ту нашу функциональность по подгрузке в Excel из файла и выгрузке в файл. То есть мы как бы все уже реализовали, но нам осталось доделать некоторые мелочи. Откроем книгу нашу «Разработчик Visual Basic» и смотрите, что хотел бы сначала сделать. Вот у нас есть полное имя файла, то есть включая его каталог. Вообще, вот этот вот каталог, его можно заменить, например, на любой другой, да? Но я бы хотел, чтобы этот каталог динамически определялся и подставлялся тот каталог, где находится у нас файл магазинчика, то есть где наша находится главная книга. Сейчас наша главная книга находится вот по вот такому пути. И вот этот путь, по идее, может динамически определяться в коде VBA. Давайте посмотрим, как это делается. Делается, сразу скажу, очень просто. Смотрите. Например, вот у нас обработчик подгрузки файла в Excel. Здесь мы подставляли полностью имя. Давайте вот этот вот, вот это название каталога я удалю. Просто оставлю здесь файл CSV. А здесь, после знака конкатенации, мы напишем this workbook, то есть это книга, точка, path, то есть точка каталог. Точка каталог, далее делаю конкатенацию, и по идее должен стоять просто наше название файла. Вот это вот. Но так работать не будет, потому что нужно еще законкатенировать со знаком косой черты. Так, здесь тоже нужно знак конкатенации поставить. Получается, вот смотрите. Сейчас я поставлю, например, breakpoint вот здесь. И мы попробуем подгрузить из файла, да? И если я сейчас подведу к path, то вы увидите, что VBA динамически определил, в каком каталоге у нас находится наша рабочая книга, то есть наша книга магазинчика. Наша книга находится в папке temp на рабочем столе. Далее мы подставляем обратную косую черту и подставляем название файла. Это будет полное название нашего файла, которое было изначально определено здесь, вот в этой константе stock file name. Давайте я нажму F5, и код завершился. Сейчас мы протестируем. Я удалю, точно ли все работает верно. Подгрузить из файла? Да, точно все работает. Отлично. Если у нас это определено здесь, в этой процедуре, в этом обработчике подгрузки файла, то нужно определить такой же код и выгрузки файла. То есть выгрузки файл. Где у нас здесь подставлялась stock file name константа? Вот здесь. Мы здесь просто дописываем this workbook.path. Далее конкатенируем с обратным слэшем и конкатенируем
со stock file name, да? Попробуем выгрузить сейчас файл, то есть сохранить файл. Сохранилось без ошибок, да? То есть, значит, все верно сохраняется. Сохраняется все в ту же папку, файл CSV. Отлично, давайте, кстати, проверим. Да, все верно. Закрываю файл CSV. Далее, но на этом мы не остановимся. Я бы хотел, чтобы, когда мы нажимали на кнопку, например, «Подгрузить из файла», то у нас задавался бы вопрос, из какого файла вы хотите подгрузить? Ну, из того же каталога, только из какого файла, да? И мы бы могли задавать имя файла. Но каталог мы уже не можем задавать, потому что каталог у нас определяется динамически, то место, где у нас находится главная книга. Давайте такой код реализуем. Так, в обработчике подгрузки файла в Excel. Так, как это сделать? Сделать это можно, ну, вопрос, куда нужно будет вводить, то есть будет задаваться вопрос, и куда будем вводить название файла. Есть такой, есть такая функция типа MessageBox, она называется InputBox. Сейчас вы увидите. Dim file name. Сначала нам нужно объявить объявить переменную типа string, то есть она будет содержать название нового файла. Далее этой переменной мы должны присвоить значение, вернувшееся из функции InputBox. InputBox. Первым параметром в InputBox мы введем, ну, то есть сообщение для пользователя, чтобы пользователь понимал, что ему нужно сделать. Например, вот такое вот. Введите название файла. Введите название файла. Далее title. Название файла. Так, это у нас получается, мы подгружаем, да? Давайте напишем. Подгрузка файла. Подгрузка файла. Далее. Далее следующим параметром, видите, идет default. То есть, что нам нужно задать по дефолту? По дефолту мы задаем название нашего файла. То есть мы передадим константу stock file name. Все остальные необязательные параметры нам не нужны. Закрываем. Сейчас я поставлю здесь breakpoint и запущу. Подгрузить из файла нажму. Далее нажму F8 и сработает функция InputBox. Нажимаю F8, вот она функция InputBox. Вот это то, что было тайтлом. Это то, что было промптом. И вот то, что по дефолту, да? Нажимаю ОК. И пошли дальше работать. Я остановлю программу. Если, например, ну и в принципе мы вот этот вот filename, да, filename можем подставить в место, где мы задаем точно наше название файла. То есть мы будем название файла динамически определять вот в этом блоке. Функция InputBox. Потом подставляем сюда. Хорошо. Но пользователь, например, может ввести пустое название. Не, не пустое, а знаете что? Пользователь, например, может... Давайте breakpoint поставлю. Подгрузить из файла. Нажимаю F8. Пользователь может нажать кнопку отмена. Что тогда будет? Нажимаю cancel. Посмотрим, что у нас находится в file name. File name
получается пустая строка. Вот две кавычки, без пробела, то есть пустая строка. Хорошо, пустая строка. То есть пользователь не захотел, передумал, нажал cancel. Мы должны это обработать. А давайте такую ситуацию обработаем. Если файл name, например, если он не был задан пустой строкой, тогда end if. А здесь мы сразу закомментируем, что если файл задан, тогда выполняем код подгрузки. Код подгрузки, да? А если пользователь нажал cancel, то тогда вообще ничего не выполняем. Просто завершаемся и все. Не подгружая ничего. И вот этот вот код мы вырежем весь и подставим в блок if. Так, теперь нам нужно табуляцию сделать. Чтобы код был удобочитаемый. Кстати, здесь нужно задаем диапазон для подгрузки. Вот так вот получается. Давайте сейчас проверим. Сохранюсь. Проверяем. Подгрузить из файла. Если мы нажимаем ОК, то у нас подгружается из файла. Я удалю. Еще раз подгружаем. Да, подгружается. Еще раз удалю. Если я нажму отмена, то ничего не подгружается. То есть мы правильно обрабатываем. Сейчас подгружаю. Отлично. А если, например, я хочу подгрузить из какого-то другого файла, например, файл 2 какой-нибудь. А файл 2 у нас в нашей папке temp нету, да? А я, например, вот файл 2 выбрал. Нажимаю ОК, получаю ошибку. То есть Excel не удается найти текстовый файл для обновления. Убедитесь, что текстовый файл не был перемещен или переименован. Хорошо, end. Давайте ошибку будем обрабатывать. Ошибку будем обрабатывать, например, в блоке if. То есть в блоке if мы напишем on error, а при ошибке перейти к обработчику. Go to error handler. Назовем метку error handler, потому что у нас будет один обработчик, и в принципе понятно, что это обработчик ошибок. Перейти на обработчик. А обработчик мы поместим, как и привыкли, в конце процедуры. Метку error handler, двоеточие. И, кстати, перед error handler нам нужно будет обязательно сделать exit sub. В случае, если все успешно будет. Чтобы не попасть в error handler. Далее. Message box мы можем вывести то, что содержалось в ошибке, то есть в description. И потом чистим ошибку. Давайте опять протестируем. Подгрузить из файла. Так, on error. А, неправильно метку, да, указали.
название метки. Сейчас скопирую. Error handler. Для обработки ошибок. Подгружаем из файла файл 2. Пытаюсь, нажимаю ОК. И у нас, видите, месседжбокс наш срабатывает в обработчике Error Handler. И выводит, в принципе, тот же текст, который мы и видели. Можем оставить так, а можем в месседжбоксе прописать следующее. Не удалось подгрузить файл и конкатенируем. Так, сначала я открою одинарную кавычку, потом двойную кавычку, законкатенирую с файл-неймом, и законкатенирую с одинарной кавычкой. Файл-нейм у нас находится вот здесь, поэтому мы находимся в той области видимости. Так, давайте проверим еще раз файл 2. Не удалось подгрузить файл 2 CSV. Ничего не подгрузилось. Все, отлично, ошибку мы обрабатываем. Теперь нам нужно, чтобы мы также могли в диалоговом окне задавать, когда будем сохранять файл. То есть сейчас будем работать с обработчиком сохранения файла. И, в принципе, все то же самое. Только ошибку обрабатывать мы не будем, потому что у нас там уже и так обрабатывается ошибка. Переношу я вот этот вот код. Давайте я сделаю комментарий сначала. Задаем название файла. Так, далее. Здесь введите название файла. Здесь у нас сохранение файла, да? В тайтле. Сохранение в файл. Далее также пишем условный оператор if, условную конструкцию if, да, and if, то есть задан или не задан, задано название или не задано. Вот этот вот файл name переменную мы заменяем вместо stock file name. И вот этот вот блок кода, который у нас был изначально, вырезаем и вставляем его внутрь нашей конструкции if. Далее делаем отступы для удобочитаемости кода. И, в принципе, все готово. Сейчас я лишние пробелы строк, переносы строк удалю. И будем тестировать. Сохранить файл. Спрашивают, файл CSV сохранить? Сохранение файла. Да, файл CSV. Сохранилось. Кстати, после сохранения файла можем перед exit sub
Нет, не передаёт к SITSAP. А вот здесь вот message box такой выводить, что сохранение, файл произошло успешно, да? Не сохра. Не-не. Файл. Так, опять конкатенируем с файл-неймом. Пишем произошло успешно. Кавычку закрываем. Сохранить файл, файл CSV. Сохранение файла CSV произошло успешно. Так, если мы хотим сохранить файл, например, файл 2 CSV. Сохранение файла 2 CSV. Не произошло, а прошло, да? Так, прошло. И смотрим, сохранился. Да, вот у нас есть файл 2 CSV. Давайте я его открою с помощью блокнота. Да, он у нас сохранен. Далее. Ошибки у нас так обрабатываются, да? Если, например, я не буду сохранять, нажму Cancel, то ничего у нас не сохраняется. Давайте попробуем подгрузить из файла 2. Сейчас Cancel нажму, вот это удаляю. Подгружаем из файла 2, он у нас уже существует. Окей, и подгрузилось. Можно, конечно, вводить тоже сообщение, что подгрузка прошла успешно. Но мы и так видим, что подгрузились данные. Хорошо. В принципе, все, что и хотелось сделать в этом уроке. Но давайте немножко сделаем рефакторинга. Обработчики private. Private у нас по стандартам рефакторинга и по стандартам размещения кода. Ну, правда, это больше относится к C-Sharp. Да и, в принципе, к VBA тоже. По стандартам мы private должны все перенести вниз. Button create, button update, button delete. И вот сюда вот ставим наши обработчики эти. И далее у нас там была функция private, вспомогательная, которая возвращает номер последней существующей строки. Давайте я ее перенесу. Я ее перенесу вообще в самый низ. Куда-нибудь вот сюда вот. Может быть, если вы захотите дальше продолжить работать с этим кодом, можете пользоваться этой функцией. Она находится в самом низу кода на листе склад. Так, с этим мы разобрались. Далее давайте немножко наведем косметики на ленте разработчик в режиме конструктора. Чуть-чуть кнопочки подтянем. Так вот, потянули. Ну, в принципе, не очень важно. Я просто хочу закрасить. То есть дать кнопкам цвет, чтобы люди визуально понимали, что, например, если у нас... Так, нет, режим конструктора нам нужен. Добавить товар. Это не опасное действие, то эту кнопку можно, например, сделать цвета зеленого. Перейду на палитру. Так, можно такого цвета, конечно. Зеленого, светлого.
Далее, обновить товар. Кнопка будет оранжевая. То есть не так еще опасно, да? Далее, кнопка удалить товар будет красного цвета. Вот такого. Сохранить, подгрузить из файла можно оставить, в принципе, такими же. Можно выбрать другие цвета. Какой можно? Ну, голубой. Ну, не очень такие красивые цвета. Можно с серым, там, каким-нибудь черным. Ладно, я оставлю цвета вот эти стандартные. Далее. Далее, что здесь вот сделать? Еще на листе валюта, в принципе, все устраивает. Сначала у нас идут рубли, потом доллары, евро и остальные валюты, какие вы захотите. Поставщики. Ну, два поставщика у нас. Хотите примечания делать, хотите нет. Там в своем коде можете поиграться, что-нибудь добавить. Давайте я просто протестирую нашу книгу перед завершением нашего урока. Обновляю товар, выхожу из режима конструктора. Первый товар обновляю. Так, Apple. Вот у нас здесь поставщик Samsung. Нет, у нас поставщик должен быть Apple. Гарантия. В принципе, в рублях все устраивает. Дата закупки. Ну, давайте поменяем, например, на 29 февраля. Обновить товар. Обновляется. Далее. Обновить товар. Вот этот вот. Мы выберем, например, доллары. И сколько будет? Ну, например, 1000. 1000 долларов. 15 штук гарантия. 3 года. Дата пусть будет какая-нибудь 31 марта. Обновляем товар. Сумма в национальном покрытии подгрузилась. Цена закупки. Далее обновить товар. Этот пусть будет в рублях. 50 тысяч, 30, гарантия 2 года или год, Apple, обновить товар, обновили, давайте добавим какой-нибудь товар, что-нибудь из Samsung, щелкнем добавить товар, так, что у нас там есть из Samsung, Samsung Galaxy S7. Мы просто сейчас тестируем нашу книгу. Samsung Galaxy S7. Тоже в национальном покрытии. Сколько у нас там стоит? 42 тысячи, да? Давайте 500, ну, 500 евро, например. Закупили мы его в евро количестве. 40 штук, гарантия 2 года, поставщик Samsung, дата 3 мая. Добавляем товар на склад, ну, у нас 36 тысяч, да, выше. Давайте его обновим, например, 700. 51 тысяча, пусть стоит 51. Так, далее добавляем еще товар какой-нибудь. Что у нас там есть? Samsung Galaxy. Так, 7 Edge. Давайте вот его еще добавим. Samsung Galaxy S7 Edge. Цена закупки. Так, ну можно в рублях, можно не в рублях. В национальном покрытии. Например, галочку поставим.
51 тысяча, количество 20. Так, а если мы... А, это... Так, ну-ка еще раз. Я сейчас, знаете, что протестирую. Если я просто доллары поставлю в национальном покрытии, галочку здесь не подставлю. Добавить товар на склад. Да, работает. Теперь в национальном покрытии, но только в рублях. Работает. Ну, в принципе, ошибок нет никаких, да? А, давайте сохраним это в файл. Файл 2 CSV. Нажму ОК. Сохранение прошло успешно. Говорят, что сохранение прошло успешно. Удаляем. Давайте попробуем подгрузить из того файла. Если мы подгрузим из первого файла, то у нас подгрузится то, что у нас до этого было. Если мы подгрузим, например, из второго файла, который мы только что сохраняли, файл 2 CSV, мы получили все, что нужно. Все, что нам и нужно было. А, все работает. Кода написано у нас в нашей книге достаточно. А, что вы вообще узнали из этого видеокурса? Ну, вы научились работать с событийной моделью программирования, да, то есть с работой с кнопками, с работой с какими-то контролами, с работой с формой. Плюс вы научились работать с файлами, подгружать, выгружать файлы из файла со стандартной выгрузкой Excel, выгрузкой, ну, то есть подгрузкой из файла в Excel, то есть импортом, работой с интернетом, то есть у нас была функция для работы с интернетом, которая подгружала курс валюты с центрального банка. Плюс вы узнали различные мелочи. То есть мы вот сегодня, например, какая у нас мелочь была-то? Мы выбирали через This Workbook Path, каталог, да? А вот таких мелочей было куча по всему видеокурсу. Эти различные свойства, методы, функции вы можете внедрять в свой код. Что мы еще научились? Ну, научились работать с макрорекордером, хотя, наверное, вы это и умели делать. Макрорекордер позволяет, если вы чего-то не знаете, то воспользоваться этим, а потом просто немного код подправить, и у вас будет работать так, как вы хотите. Самое главное, что мы изучили, так это правильную разработку, относительно правильную. А разработку, код у нас не сильно связанный, то есть у нас все разбито на свой код, например, для объекта листа валюта есть свой код, для объекта листа поставщик свой код, для объекта листа склад свой код. Плюс в данных объектах кода, ну то есть в данном коде, например, на листе склад у нас все разбито на функции, методы, процедуры. Это очень важно, и мы этим можем пользоваться, что-то вносить, какое-то исправление в одном месте, и это исправление будет подхватываться там в различных других местах, где используется, например, это вызывающая функция, метод и так далее. То есть слабо связанный такой вот код. Хотя настоящая слабо связанность кода, она реализуется в более современных языках программирования. Например, C-Sharp, Java и так далее. Также мы что еще? Ну, работать с календарем я вас научил. Можете пользоваться этим календарем. По контролам. Какие контролы мы узнали? В принципе, все контролы, которые используются, мы узнали. Если какие-то контролы мы не изучили, то вы можете легко их применить, а принцип применения их тот же самый. Например,
ну вот Option Button, да, здесь кнопка, она обычно Radio Button называется, она работает в VBA практически точно так же, как и Checkbox. То есть можете применять либо Option Button, либо Checkbox. VBA она применяется почти одинаково. То есть все основные контролы мы с вами изучили в этом видеокурсе. Ну и много разных мелочей мы с вами тоже изучили. Следующий видеокурс я хочу посвятить... Ну, меня тоже просили по VBA написать курс. Я его буду посвящать работе с базами данных через Excel. То есть из Excel можно будет работать с базами данных. Но для начала, конечно, нужно будет изучить хотя бы основы работы с базами данных. Базы данных будут на примере Microsoft SQL Server. Access я не буду трогать, хотя с Access тоже умею работать, но Access устаревшая как бы тема вообще, программа. Будем работать с промышленным Microsoft SQL Server. Для начала с версией Express. Работать через Excel, то есть это будет интересно. Мы будем, например, нажимать «Обновить товар», да? Ну, там какой-то будет другой функционал, не обязательно для склада. Ну, например, вот нажимаете, когда обновить товар. Ладно, не обновить, а добавить товар. Вот эти вот контролы типа выпадающих списков, поставщики, либо валюта. Вот все вот это вот подгружается, например, из базы данных. Плюс сохраняется все в базу данных. То есть, кто захочет, может посмотреть следующий видеокурс. Мне было приятно то, что вы досмотрели этот видеокурс до конца. И увидимся в следующих видеокурсах. Вас поздравляю. Пока.